Друзья, всем снова привет. Продолжение. Новости авторынка. Что продается, что сколько стоит. Вообще, как обстановка на авторынке. Пойдем посмотрим. Начать, знаете, с чего хочу? Вот многие спрашивают, все автомобили есть на дроме или нет. Пожалуйста, вот вам пример. Данного автомобиля на сайте drom.ru нет. А почему его нет? Потому что он только пришел. То есть, скажем так, его еще не подготовили там. Не отмыли, не помыли, но на рынке он уже есть. То есть в данный момент он продается. Собственно, как, допустим, я на него вышел. Подписчик позвонил по автомобилю, по точно такому же. Такого же цвета, такой же комплектации. Автомобиль был продан. Ну и, собственно, продавец ему предложил данный вариант. Кстати, данный вариант довольно-таки неплохой. Это Daihatsu Thor. То же самое, то, что и Toyota Rumi, и Toyota Tank, Subaru Justy, машинки, они полностью идут одинаково. Собственно, вот в таком состоянии пришел автомобиль. Он не мытый, его никто не мыл, его никто не чистил. Только с таможней. Два ключа, мультируль, музыки нет. Ну, точнее, музыка была. Музыку поставить сюда поудачнее. Скажем так, кнопка старт, корректор фар, айстоп, датчик при столкновении, боковая дверь, электро. Я вам напоминаю, то что на японских автомобилях, если идет одна электродверь, то она идет с левой стороны. Довольно приятный такой цвет, голубой. Пробег 105 тысяч на автомобиле. Автомобиль без ДТП. Есть два крашеных элемента. Это арочка и дверь. Была небольшая царапина. Красили это уже здесь. С аукционным листом все совпадает. Довольно неплохой автомобиль. Это не K-Car. Это ближе такой... Кстати, сонары установлен. Тор, камера заднего вида. Автомобиль ближе такой уже, наверное, к микровенчику. У него интересная трансформация салона. Его надо взять, наверное, как-нибудь на обзорчик. Он такой, на нормальный. Многие спрашивают про пикапы. Друзья, ну, где же я вам возьму пикапы? Пикапов у нас на авторынке нет. Автомобиль 2018 года. Стоимость данного автомобиля... 610 тысяч он стоит. Рядом у нас стоит Nissan ADM. Объем двигателя 1,5 литра, 2017 год. Это уже идет рестайлинг. Стоимость автомобиля 545 тысяч рублей. Хороший, надежный, рабочий автомобиль. Салон простой. Никакой роскоши здесь нету. Все четко, ясно, удобно и доступно. Все очень просто. Довольно много пластика, простые обычные сиденья, сзади лавка, весла. Но такой не для семьи автомобиль. Так, ладно, сюда не полезем. Никакого мультируля нет, зато представляете, есть датчик движения по полосе. При столкновении, естественно, складываются зеркала, отключение антиюза, две кнопки, я имею в виду два электрических стеклоподъемника, сзади установлены весла. Автомат, простая мультимедиа. Пробег 129 тысяч на этом автомобиле. Так, давайте какой-нибудь интересный автомобиль возьмем, хотя, в принципе, в данном автомобиле интересного абсолютно ничего нет. Если только цвет, сонары, штатное литье, летняя резина, обвес. Ну, автомобиль такой, знаете, он выделяется из толпы. Да, вот именно своими белыми ушками и белым обвесиком. Не повезло. Да, и даже со стоимостью не повезло. Ну, ладно. В принципе, не беда. Есть у нас премиум, F-ка, простенькая комплектация, светлый салон. Напишите, как вы относитесь к светлому салону. Я, если честно, не очень. То есть я люблю, чтобы был темный салончик в автомобиле. Он открытый автомобиль. Это такой реально клевый, надежный, неубиваемый седан. Вот серьезно, на полном слове. Как там правильно говорить, вариатор. Есть автомобиль передний привод, есть автомобили 4 воды. Данный автомобиль у нас оценка, ребят, 4,5 балла, представляете?
Ну, как бы редкость, пробег 48 тысяч. Кстати, данная категория автомобилей относится к той категории, которую можно найти, в принципе, ну, с небольшим пробегом. Ну, премиум, Алион. Они всю жизнь были премиум, да, Алионами. Цена, конечно, 895 тысяч, друзья. 895. Старт, кнопка старт, туманочки здесь уже устанавливали. Приятный салон, чистый, аккуратный. Рядом стоит у нас Mazda Demio, Demio идет полноприводная, 4 ВД. Объем двигателя мотора 1.3. Бензин, туманки, омыватель фар, хорошая летняя резина, повторители в ушах. Аукционный лист 4 балла. Стоимость автомобиля 725 тысяч. Мне, знаете, мне Demio не нравится тем, что сзади маловато все-таки мест. А на крутилочках данный экземпляр. Сейчас вам покажу. Но опять же, друзья мои, я сужу это все по себе. Да, вот смотрите, в данный момент сидушка пассажира, она подвинута вперед, сидушка водителя, она отодвинута назад. Ну, мне некомфортно там будет, честное слово. Зато объем багажного отделения довольно неплохой. И согласитесь, шикарный внешний вид у Demio. Но не берут у нас их особо почему-то. Я не знаю, ребят, почему. Ну, серьезно. Mitsubishi Mirage, литровый двигатель, вижу уже беспечевой доступ, красивый цвет, серенький, штатное литье, летняя резина, кнопка старт, корректор фар, когда стоит корректор фар, ксенона нет, руль обычно идет пластиковый, интересного плана дверная карта в плане рассветочки. Опять жара на улице. 10 утра, уже плюс 31. Плюс 31. Так, что еще возьмем? Давайте еще одного пасика возьмем. Такой, знаете, жемчужный цвет. Вижу брызговички. Ручки не в цвет. Комбинированный салончик. Ага, возьмем. Он закрыт у нас, но не беда. 10-й год, литровый, Хана, фары, линзы, Honda Fit Shuttle, гибрид, 600 с чем-то. Я, по-моему, видел этот автомобиль, или 665, или 675 он стоит. Довольно неплохой автомобиль. Но комплектация такая, ребят, чисто простенькая комплектация. Fit Shuttle, какой популярный стал в последнее время. Прям очень популярным стал автомобиль. Ну вот и смотрите, вот как раз багажное отделение у нас разложено, получается, ну реально кровать получается. Есть гибрид, не гибрид, есть 4 ВД автомобиля. Это ваш, да? Нет, я не продаю. Вот тоже довольно неплохой, интересный автомобиль Honda N-Box. Вот прям как для нас подготовили его. Специально пооткрывали, раскрыли все. Сейчас посмотрим. Такой белый, клевый, интересный цвет. Красивый прям, светлый салончик. Мультируль, электродверь. Одна с левой стороны. 4 стеклоподъемника, эко-режим, подстаканник. Смотрите, торпеда, спидометр вот такого плана. Мультимедиа, климат-контроль есть. Зеркала специальные на боковой обзор. А сколько просите? А сколько просите за него? Какой пробег у него? Год какой? Сейчас узнаем, сколько он стоит. Смотрите, багажное отделение сиденья у нас
вот таким образом трансформируется. Согласитесь, круто. А потом вот так делается. Оп. Вот с левым сиденьем можно точно такую же манипуляцию произвести. Вы представляете, да, какой? Какой салон получается огромный. Это 0,7. 80 пробег, 420 тысяч. Сузуки. Штатное литье, черный цвет. Хорошая комплектация. А я уже слышал, спасибо. Это мониторчик там какой-то. Сейчас посмотрим. А, так, стоимость автомобиля турбо гибрид 445 тысяч, 4 балла, 88 тысяч пробег. Ну, по крайней мере, указан. Но нет, не посмотрим, он закрыт, к сожалению. Автомобили, ну, поднавезли автомобили, я вам скажу. Так, ну что тут еще интересного у нас есть? Вот, ребят, смотрите, Prius. Свежий Prius, последний. Эстауринг моделиста, 3,5 балла. Есть статистики, фирменные литые диски на 17, как указано. Сейчас будем узнавать стоимость. Prius, кстати, есть 4 воды. А подскажите, Prius сколько стоит? Prius 1,2 млн. 1,2 млн. Он еще открытый, кожаные сиденья. Согласитесь, интересно, да? Прям клевый такой салончик у него. Подогревы. Это полноценный гибрид. Машина ездит на гибриде. 4 ВД. 30-х там кузовов Альф. 4 ВД нет. Ветерок хоть подул, а то тут с нашей влажностью, ну, невозможно жару в такую. Полный руль, старт, кнопка, я имею в виду. И вот, знаете, что я вам еще хотел показать? Toyota Isis, тоже довольно-таки интересный автомобиль, интересного плана. Это из семейства минивэнов. Виш, Isis, по начинке они одинаковые. Данный экземпляр комплектации платана. Линзованные фары, туманочки, платана, это обвес, литье, хорошая летняя резина. Стопори уже белые идут. Ну, незадача. Не повезло нам. Так, ладно, возьмем Nissan DS 2014 год, 3,5 балла. Есть в статистике 405 тысяч. Светлый салон. Есть автомобили на климат-контроле, есть автомобили без климат-контроля. Так, друзья, ну что, наснимал я уже минут на 14, наверное, 15. Больше не буду делать. Будем, наверное, делать вот такие вот коротенькие видео. Но будем стараться делать чаще. Всем огромное спасибо. Всегда всех благодарю, кто досмотрел видео до конца, кто написал комментарий, кто поставил лайк. Пишите. Комментируйте. Все, народ, на сегодня все. Всем пока.